уходят в оборону все аргентинцы, за исключением Месси, который остался на чужой половине поля. Эрнандес. Передача с фланга. Опасный эпизод. Мбаппе в штрафной. Какой он быстрый парень! Какой он быстрый парень! Человек-ветер! 3-2 в пользу сборной Франции! Да, разожгли как следует после перерыва. Больше еще огня! 3-2! Франция повела! Нужно опять отыгрываться аргентинцам. Все поражающие второй тайм. Еще раз смотрим целиком эту атаку. Умтити в центр. Дальше мяч доходит до Эрнандеса. Опять до Эрнандеса. Прострел. Удар не получился. И посмотрите, как легко обыграл Переса. Ну а дальше то, что Мбаппе раза в два быстрее Фасио, это понятно. Фасио как в рапиде он так двигался на медленном телевизионном повторе. Сокрушенно тут рядом аргентинские коллеги вместе с очень известным защитником Роберто Аялой. Прошлым защитником сборной Аргентины. Сокрушенно качают головой. Еще раз повторяю, полный набор эмоций.